температуре. Потом берете ваше масло и хорошенечко его намасливаете. Смотрите, чтобы у него не было вот этой пимпочки, оторвите ее, чтобы она вас не поцарапала. И вот такой размасленный теплый лимон мы мягко в нашу размасленную, разогретую, немножечко растянутую пальчиками теплыми айони, мы начинаем аккуратненько вкручивать вот этот лимончик такими мягкими вкручивающими движениями. Постепенно, потихонечку, не напрягаясь, понемножку вот это мягко мы вкручиваем вот такой лимон. Когда через пару недель вы почувствуете, что лимончик уже так хорошо, достаточно вкручивается туда, вы можете взять следующий размер, это апельсин. А также берете апельсин теплый, намасливаете его, и такими же мягкими вкручивающими движениями вы пробуете вкрутить до серединки апельсина, то есть запихивать не надо. Вам важно только до самого широкого местечка, потому что именно голова ребеночка, самое широкое место вот здесь, посередине. Поэтому вы попробовали вкрутить до серединки, подышали туда и аккуратненько его вытолкнули своими мышцами обратно. Делайте все очень нежно, аккуратно, по самочувствию. Если чувствуете, что сейчас еще пока не время, не надо, не проходит, оставьте эту затею. В идеале нужно дойти до грейпфрута, потому что голова ребеночка приблизительно размером с грейпфрут. Честно признаюсь, грейпфрут я еще никогда до него не доходила, но даже уже работа с апельсином мне здорово помогала в потугах. Благодаря вот таким умасливающим фруктовым массажам, как я их называю, мне удалось сохранить неприкосновенность и целостность своей чудесной, дорогой родилицы Йони. Очень надеюсь, что это видео было для вас информативным. Берите заметку, не пренебрегайте этими простыми правилами и всегда имейте две чаши весов. Здесь у нас с вами скальпель, нитки, разрывы, разрезы и всякие неприятности, а здесь у нас грамотный потужной период, растянутое эластичное влагалище, которое прекрасно потом сумеет самостоятельно восстановиться и собраться в первоначальную, практически девственную форму. Обнимаю вас, девочки, крепко и желаю вам прекрасного настроения и приятного фруктового массажа. Нужно найти еще нос твоей ракеты. Давай посмотрим здесь, предложил кротик. Под соломенной шляпой носа не оказалось, только бабочки вылетели оттуда. Желать нашей Саше легких родов, добрый путь. Пусть малыш родится в срок, вовремя. Мы тебя обнимаем. Я говорю, давай я тебя благословлю в роды. Знаете, что я делаю? Знаю почему. Я целую ее в живот. Я говорю, дорогая моя, я желаю тебе самых чудесных, самых легких родов. Только сегодня говорила с моими девчонками, коворкерами о том, как все-таки классно, что наша компания The Style выехала за счет того, что мы онлайники. Мы никогда не выходили в офлайн, только за исключением семинаров, но, слава богу, в этом году они у нас были не запланированы, поэтому мы не попали. А попали в основном, конечно, все те, у кого реальная работа, у кого реальные аренда и так далее. Ребят, кто из вас уже понял, что онлайн, конечно, сейчас самое перспективное развитие, куда нужно вкладываться? Кто ищет доп. Заработок? Знаете, что самое ценное в таких ситуациях непредвиденных, какая случилась в этом году для всего мира? Это умение человека быстро перестроиться, подстроиться, обучиться и жить в новых условиях, в новой реальности и приспосабливаться так, чтобы еще и все в плюсе оказались.
Вот это на самом деле очень крутой навык. Если вы думаете, что вам уже поздно этому учиться, у вас так не получится, это в раке. Правда. Я, например, даже в этом, вот в этой всей ситуации сейчас набираю новых людей в свою команду. Мне, например, очень нужна такая профессия, как контент-маркетолог. Это очень востребованная профессия сейчас блогерами и людьми, которые пользуются онлайн-бизнесом. Контент-маркетологи – это люди, которые знают, как продать товар, знают, как продвинуть аккаунт, соцсеть, например, и так далее. И этому обучает мой старый добрый дружочек Ольга Жгенти. Я вам уже, ну, минимум третий раз про нее рассказываю. В прошлые разы были огромное количество хороших, позитивных отзывов. Девчонки приходят и благодарят. Поэтому я снова и снова вам напоминаю, куда можно направить вектор внимания. Ну, давайте посмотрим ситуацию вот реально, как она есть. Кто сейчас переезжает в новые дома, квартиры себе покупает, открывает себе новые офисы, Porsche покупает, блогеры, люди, которые работают онлайн. А вы знаете, кто работает на блогеров? Целые команды контент-маркетологов, целые команды обычных таких вот девчонок и парнишек, таких как вы. Бегом на безоплатный вебинар у Ольги Жгенти, она вас обучит, как быстренько и безболезненно перейти на удаленку, как не остаться без заказчиков, как вообще, в принципе, почему эта профессия так подходит новичкам, людям, которые не нужно было обучаться долгое время в университетах, а быстро освоили и пошли зарабатывать. Мотайте на ус, ребят. Чай для понижения температуры с десятилистником. И